Алоха, гайз. Короче, пропиздохал я. Сколько там? Приборочка, а? Почти штукарь. What is the plan? Change the oil. Fork oil. Что? И adjustment valves. Короче, поставлю на таймлапс, будем снимать. Ну и проверочка всякой хуйни, что там есть, чего нет. Так, а я бы сказал, что эта сеточка что-то сдерживает. Ну, я не знаю, видно там? Так, я думаю, видно. Какой-то шлачок. На эти 500 км я проехал, конечно, в очень жарких условиях. И на масле 10W40. Больше такого я не допущу. А вот как выглядит магнитик. Сейчас помоем и поставим. Так, заливаем маслицо. Маслицо не простое, блядь. А маслицо золотое. В китайский мотоцикл. Ёпта, блядь. 10W60 стоит, как... В общем, дохуя. Итак, если вы, короче, понторез и понаставляли всякой хуйни... Стёп, не задирай так сильно. Он свалится, блядь. Тише, тише, ничего никуда не свалится. Он сейчас срыгнет назад, мотик. Короче, понаставляли всякой вот этой хуйни на мотоцикл, и сюда не стоит головка. Я вам сейчас покажу, как правильно откручивать. Нет, есть смысл. Оно мне въебало же не ёбнет, да? Ёбнет. Сильно? Не сильно. Всё. Больше не крутить. Все, отжато. Тогда зачем я эту штуку снимаю? Я не знаю. Снимай. Да ты просто смотри, вот так берешь, сюда переклонил и отрезал. Его не надо. Так, если у вас китайский корч, нужно... Все стальные резьбы в алюминий мазать графиточкой. Поэтому эти болты я сейчас смажу, а потом засуну назад.
понадежнее стоял, чем. Какое-то полено под ножку ему поставить. Я поставил под заднее колесо полено, все у него отлично. Это тогда он мог упасть, сейчас уже не мог. Ну да. Ладно, фига, а я здесь. Так, обязательно надо падение в песочек. Он очень легко разбирается. Это просто так чик-чик-чик-чик все разобрали. Потому что это. А, ты уже взял его здесь. Хорошо, может тебе пока отрегулировать, пока ты там что-то непонятно чем занимаешься. Или ты будешь сам? Может ты не тоже мало стоит осилить? Какое? С мотора? Угу. Так, смотри, на километров 700 проедет. Я не знаю, какое это масло? Лукойл. Это масло? Лукойл Genesis. Это супер масло. Я правильно ставлю? Как-то оно так не так, да? Что не так? Ну как у тебя? Так все так. А что оно туда не влазит тогда? Потому что ты ж, блин, провод туда загнал. А, вот. Все. Теперь эта резьба никогда не сгниет. Так, вилку я разобрал, мои ощущения, слилось, блин, может до 300 грамм, 200 с копейками, я не знаю, это много или мало, сколько тут должно быть, информации нигде нет, поэтому залью я 300 грамм, да и все, не буду ни о чем переживать. Так, по зеркалу. Зеркало в идеале. Блять, ну как в идеале? Не в идеальном, в идеале, я бы сказал. Есть тут какие-то следы уже. Может, сниму пыльник под пыльником, короче, помою, почищу. Посмотрим.
все сухенько, вот пыльничка. А где пшикалка, Стёп? Пистолет. А, пистолет? Ну, как-то так. Ставлю пыльник на место. Да, есть, конечно, на вилке, блядь, выработка небольшая. Не знаю, с какого хуя, но есть. Заливаем масло, залью 300 грамм.